Всем привет! С вами Веломода, и сегодня мы покажем новую втулку Dior XT 8000 заднюю. Это задняя втулка. Вот мы видим Product of Malaysia, то есть сделана она в Малайзии. Это самый новый вариант FH M8000. Втулка эта под эксцентрик. Замечу, бывают они еще и под 12 мм ось. Втулка рассчитана на 11 скоростей, 10, 9 и 8 вариантов. То есть фактически под любую кассету подойдет. Также здесь имеется крепление под центр-лок. То есть ротор одевается на центр-лок. Естественно, это дисковый тормоз. Здесь применены новые технологии подшипников. То есть здесь скрытые. Дополнительная защита для подшипников есть. Таким образом, вы увеличиваете, в общем-то, пробег без вмешательства, то есть без сервисного обслуживания. Вот мы видим надпись FH M8000, Малайзия, Dior XT, естественно. В комплекте также идет вот такой вот эксцентрик. Эксцентрик здесь идет под 168, то есть расстояние вот это вот от эксцентрика до края оси 168 мм. Сейчас мы попробуем взвесить это все. Отдельно втулка 330 грамм, 331 грамм, вместе с эксцентриком 397. Соответственно, эксцентрик отдельно 66 грамм. Вот такие вот показатели по весу. В общем-то, втулка стала легче по сравнению с ее предшественником. Здесь также имеется специальный новый барабан трещотки, вернее собачки. Там более четкое зацепление, таким образом лучшая эффективность передачи энергии. Вот такая вот новая втулка Dior XT уже доступна у нас на сайте, поэтому все, у кого есть такое желание, заходим и заказываем. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.